Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым, но для меня он новый, майнером. Это кран майнинг по заработку, по сбору биткоин Сатоши и криптомонеты Трон. Old Crypto. Веб-сайт называется. Регистрация здесь наипростейшая, друзья. Кого заинтересует, кликните по ссылочке и попадете вот на такую страничку. Здесь прописывайте email-адрес от FaucetPay, так как вывод инстантом идет на FaucetPay. Разгадываете капчу. Кликаете логин. Это и регистрация, авторизация, все на свете. Попадаете на такую вот страничку. Далее что? У вас здесь все будет по нулям. И кликайте вот на эту синюю вкладочку. Майнинг план. У вас здесь будет первым сразу. Без вложений. Абсолютно без вложений. Да? Кликайте активировать. Вы активируете бесплатный майнер. Значит, переводим на русский. У вас здесь будет все по нулям. У меня уже майнится. Значит, максимум без вложений мы можем зарабатывать такое количество центов. Это здесь, ну, в долларах США. Так, 4.0.40. Мощность майнинга. Вот такое количество. 4.0.20 в минуту. И требовать можем каждые 2 минуты абсолютно без вложений. У меня уже намайнилось. Это баланс майнера. После того, как мы соберем вот эти монетки, я соберу. Эти монетки мне перейдут на баланс вывода. Кликаем «Требовать». Появляется окошечко. Разгадываем капчу. И на синюю вкладочку. Все, я собрала. И мои монетки перешли вот на баланс вывода. Здесь, значит, и каждые 2 минуты так. Значит, это трансфер. Я вот не знаю, что это такое. Вывод. Значит, я уже выводила отсюда. Вывела я в 3x. Вот такое количество 3x. 389 762 криптомонеты 3x. Если перейдем на FaucetPay, вот Old Crypto Website, 389 762. 3x, вот этих 4 число сегодня у нас. Значит, платит инстантом. И минимальная сумма на вывод. Я сегодня только, вот буквально несколько минут зашла, вот набрала минималку и проверила как бы на вывод, да. 0.301. Вывод не завышен, и минималку набрать легко и просто. Теперь кликаем 0. Точка. Раз, два, три, один, шесть. Вот такое количество у меня как бы на балансе, да? Далее, следующую вкладочку кликаем. Выбираете, в чем вы хотите. В биткоин сатошах или в 3x. Я выводила в 3x. Вот. Значит, и кликаем вывод. И все. Буквально моментом, инстантом мои монетки вывелись. 259 989 3x сатош ушло на FaucetPay. Окей. И здесь идет сразу история, да? Видим. Переходим на FaucetPay. Я перезагружаю страничку. Опускаемся ниже. Пожалуйста, вот Old Crypto Website 259
1989 3x 4 октября. Платит инстантом, все шикарно, все прекрасно. Вот такой вот сайт. Здесь есть чат, можно написать. Вот. Ну, здесь-то можно как бы почитать, что это здесь. Одни ссылки какие-то. Я не знаю. Вот. Абсолютно без вложений. Ну, а здесь выход. Выйти. Так, возвращаемся на домашнюю страничку. Сайт такой простенький. Но главное, платит. Вот у меня уже намайнерлось. Господи, язык сплетается. Собираем. Пропустить. Светофоры. Клейм. И все. Монетки мои собраны. Сейчас пойдет опять таймер. Отчет таймера. Вот. Пошел таймер. Пожалуйста. Но больше вот этих 40 монет не дадут. Если мы будем пропускать типа того. Ну, вот как-то так, ребятки. Но зато без вложений. И минималку набрать это уже очень просто и быстро. Ну, а вот это все. Здесь покупка идет с Faucet Pay. Вот это уже по желанию. А так вот я вам показала абсолютно без вложений. Всем удачи, больших заработков. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.